На 10-м километре трассы Серов-Североуральск-Ивдель, то есть в ближайшем Подсеровье, там, где под дорогой протекает речушка Замарайка, длиной всего-то 15 километров, являющаяся притоком речки Каквы. Звучит как вопрос. Ну, как вы? Да вроде ничего, сами-то как. В 9 часу вечера в сумерках приключился травматичный замес из цикла «Даешь молодежь» или «Темнота, друг молодежи». Декорация такая. Вечерком 22-летний житель поселка Рудничного, что в 25 километрах к северо-западу от Серова, со стажем руления 4 года и 13 нарушениями ПДД за плечами, решил покатать на красивой черной японской машине свою барышню. Взял у ее мамы, ну, возможно, даже потенциальной тещи, бездорожник Митсубиси, в ОСАГО которого он не вписан, и погнали они с возлюбленной по райончику, ну, в смысле, по Серовскому району. А в это самое время другая молодежь количеством 5 душ на девятке катилась из родного Краснотуринска в Серов. За рулем сидел 20-летний пилот со стажем вождения 1 год и 14 НПДД в активе. В 10 километрах от Серова, ну там, где, напомню, под трассой течет Замарайка, имеется Т-образный перекресток. Ну это примерно как Замарайка впадает в Какву, только из асфальта. Понятное дело, приток является второстепенкой, а трасса Серов-Североуральск-Ивдель – главной. 5 представителей молодежи на девятке ехали по главной, а катающаяся влюбленная парочка на 3 бриллиантах, именно так переводится Митсубиси на русский, выезжала на трассу со второстепенного притока. И, конечно же, пилот черной япошки, согласно красно-белому треугольному знаку свыше, был обязан пропустить девятину, но не пропустил. Стал поворачивать налево, в сторону своего родного поселка Рудничного, и девятка вонзилась в левое переднее крыло Митсубиси. Водитель автомобиля Митсубиси 2002 года рождения на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при выезде не предоставил преимущества в движении транспортному средству ВАЗ-21093, движущемуся со стороны города Краснотуринска в город Серов по главной дороге. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля ВАЗ-21093, а также трое пассажиров, находящихся в этом же транспортном средстве. В пресс-релизе ГАИ сообщается, что всего в этом бою здоровьем пострадали 5 человек. Троих на каретах увезли в больницы Серова и Краснотуринска. Еще одна пассажирка девятки, 16-летняя, между прочим, барышня, и 22-летний пилот Митсубиси, он же виновник замеса, покалечились незначительно. И эскулапы сочли возможным отпустить их по домам, зализывать раны амбивалентно, амбулаторно. Сообщается, что все 7 участников ДТП были обременены, потому обошлось без излишней жести. Рулевой Митсубиси точно был трезв. В каком состоянии находился девятошник, покажет его кровь в лечебнице. А виновник замеса попал на бабки, на штраф в 500 рублей. Его приделали по 12.37 КОАП за отсутствие ОСАГО. Кстати сказать, рулевой девятки тоже угорел на бабосике. Оказалось, что его зубило не было зарегистрировано в ГАИ, и он на этом косяке повторно попался гаишникам. И его накажут, видимо, уже после излечения по 12.1, пункт 1.1 КОАП, а это штраф в 5000 или лишение прав до 3 месяцев. Регистрируйте, господа, регистрируйте. Госавтоинспекция города Серова обращается к водителям транспортных средств. При управлении транспортными средствами, в том числе на загородных трассах, соблюдайте скоростной режим, а также правила дорожного движения при выезде с прилегающей территории.